Аллея героев – так назвали обелиск. Монумент выполнен в виде стаи белых журавлей, взлетающих в небо. А по контуру расположены звезды, на которых высечены имена сочинцев, героев Советского Союза. Архитекторам, авторам идеи памятника и меценатам, благодаря которым эту идею удалось воплотить в жизнь, от городской администрации вручили благодарственные письма. Мы сегодня имеем чистое небо над головой. Мы имеем великолепные условия для жизни. Мы имеем великий, хороший, красивый, удобный для проживания город. И все это благодаря этим замечательным нашим людям. В преддверии Дня Победы, отметил Анатолий Пахомов, новые памятники появляются в разных частях курорта, как подтверждение того, что память о великом подвиге российского народа еще жива. Это очень благородно и очень трогательно. Для меня, как сына тоже фронтовика, который из Сочи ушел на фронт, это очень-очень важно и очень важно для не только меня, для других поколений. В завершении торжественной церемонии к новому памятнику возложили цветы.